по рекомендации друзей вариант такой работы с пиской. То есть некоторые покупают коротенькие лезвия и рассказывают, что они могут причинить страшный ущерб. Без практики они ничего не смогут сделать. Мы по совету наших друзей, того же Дениса Рожкова, это используем и практикуем. Поехали! Есть! Нет! Ну, стучали друг другу на...